Итак, ладно, ребят, тогда перерыв окончен небольшой и продолжаем. Дальше мы идем на горки ужасов. Селин. Ну, будет весело, походу. Надеюсь. Это проклятый дом ужасов, где люди. Где обитают призраки, короче. Дом ужасов. Хотите ли вы, короче, поездить здесь вместе с кем-то и попытаться дать отпор этим призракам, монстрам? Ну, конечно же, я вижу, вы довольно смелый для этого. Да, похоже, в этом месте своя атмосфера. Да и у персонала вижу тоже свои загоны, скажем так. Вы можете присоединиться к этому аттракциону и взять еще кого-то с собой, чтобы вас было двое. Ну и, собственно, желаю вам. Если вы хотите, то, пожалуйста, дайте мне знать только. Хочу ли я вам на этом аттракционе поиграть? Если да, то кого мне пригласить? Кому же будет весело на этом аттракционе-то? О, тут можно всех пригласить тоже. Так, ну мне нужна Селин. О, господи. Чё ты... Внезапно меня позвал сюда. О, Селин. Я рад, что ты пришла. Будет весело же. Ой, господи. Не жалуюсь я. Как ты можешь, блин, приходить в этом месте ужасов, когда у тебя самого куча ужасов, и еще получать тут удовольствие какое-то? В чем тут удовольствие? Блин, у меня час док, сейчас, секунду. Ну, в любом случае. Что ты скажешь? Пойдем насладимся, короче, неважно. Посмотрим. Ну да, она не особо сильно этого хочет. Или хочет, на них делает вид, что нет. Ну, короче, я, как мне объяснили, тут, похоже, какая-то игра, где нужно стрелять по призракам и набирать очки. Как бы наша цель — достичь своей квоты, скажем так, определенной. Ой, господи. Ну и почему же я и с тобой таким занимаюсь? Ну, ладно, я постараюсь. Оставь это на меня, Рин. Ну что ж, тогда я надеюсь, вы вдвоем сможете справиться с этим. И достичь, и... Да, достичь финальной точки без каких-либо проблем. Выжить это игре. О, господи, ну все, пошло.
Ну, вперед! Ну чё, норм? Или нет? Чё, нормально? Ладно, хочет еще раз. Одного пропустил. Но тут Мьюзи с Юной, по-моему, были в первый раз, когда я приходил в этом парке еще в начале игры. Ну, само собой. Все, довольна, я удовлетворил ее. Так. Ну, похоже, как-то нам удалось достичь нашей коты. Ну да, было неплохо. Ты довольно неплохо тоже себя показал. Хе-хе-хе. Ну. Мне было весело с тобой. Ну что ж, тогда спасибо, что пришла. Ну, это было действительно хороший способ немного передохнуть. Так что, наверное, мне стоит сказать тебе спасибо. А можно повторно? Ну, как бы, да, другой билет использовать. Как бы тут можно с другими прийти. Ну, если ты не против, то давай как-нибудь еще снова повеселимся.
Окей. Так, ну окей. Теперь с ивент. Соно. Икикай дакара иттеоку ва не. Тем не менее, это довольно все действительно интересно, что ли. Тут собралось люди. Так, ну все, пошло. Сорян, отвлекли. Так, спасибо тебе за то, что... За все, короче, до сих пор. Селин? Подумай только, изначально это была лишь моя миссия как фамильяра. Типа, присматривать за тобой. Я встретила тебя через Эму. И проводя вместе время, я начала больше понимать человеческие тонкости и чувства, которые раньше не имели никакого смысла. Сейчас я действительно очень рада, что смогла зайти так далеко с тобой. Ну, я тоже самое думаю. Даже наши небольшие споры изначально, которые были, вызывают сейчас ностальгию прямо. Ой, да забудь ты об этом. Однако теперь, я думаю, понимаю, почему Роза приняла человеческое обличие. По какой-то причине я избегала этого, однако теперь я даже немного горжусь, что ли. И теперь, когда я зашла так далеко, я готова ко всему, как фамильяр Эмы и как преемница Роз, я... Нет, как еще один член седьмого класса, я останусь с вами до самого конца. Это успокаивает. Давай постараемся изо всех сил завтра. Помоги мне, пожалуйста, Селин. Так, ну, тут никаких признаний. Сердечка не было. Так, ладно, у нас еще два ивентика осталось. Два ивентика. И столько тян осталось, даже не знаю, кого взять. Я бы хотел бы с Юной тоже посмотреть, если честно. Да и с принцессой еще. Привет, Проксим.
Ладно, короче, давайте пойдем, не знаю. Может, коктейльчики с Тоу, раз вы предлагали, когда я предлагал, было очень многие за Тоу. Окей, окей. Так, ну короче, тут много разных ингредиентов. Какой коктейль ты бы хотела бы сделать? Ну, раз мы тут, давай что-нибудь вкусное приготовим. Можно делать алкогольный. Кстати, да. Так, можешь свободно использовать любые ингредиенты. Окей. И они двое начали делать коктейль. Проба ошибок разные. Пробовали всякое. И через какое-то время они наконец-то его закончили. И готово. Стапом физ. Как-то так. Звездная шипучая слива, что ли. Коктейль прямо заставляет думать о первой звезде, что ты видишь в ночном небе. Да, это действительно прямо подходит тебе, по тебе. Ну, я сделал эту звезду, выдавляя сливу. Но думаю, что сладко-кислая домашняя слива, сливочный пирог, сироп тоже мог бы подойти. Рин был бы здорова, ну да. Ну, в любом случае, сейчас можно и... Он радует и глаз, и вкус. Да, выглядит действительно довольно вкусно. Да, это прямо коктейль полон индивидуальности. Может, мне добавить его в меню? Ну, вперед, выпейте. И наслаждайтесь ночным озером. Так, и наконец-то. Эй. Ринка, хонтони аригато не. На Ринку, правда, спасибо. То, сэмпай. Гаксэй джидай ва сэйто кай но тецудай ни найсэн о иссё ни какенукете. Когда мы были еще учениками, ты так сильно помогал студсовету и мне. Потом на гражданской войне. После этого мы во втором филиале еще работали вместе. Когда ты занял свой пост там. Насчет Антян, то же самое. Нет, возможно, это немного все по-другому. Мы сделали действительно несколько особенных воспоминаний.
И поскольку у нас есть минутка, я просто хотела сказать тебе спасибо. Это мои слова прямо. Да я должен тебе спасибо говорить, сэмпай. Мы создали действительно большие воспоминания. Как и сокурсники, так и как коллеги на работе. Однако, давайте прекратить говорить об этом, как будто это в прошлом все. Наш завтрашний бой может стать одним из самых важных наших воспоминаний. Нет, я так и сделаю, чтобы это было. Давай вместе постараемся и создадим больше ценных воспоминаний. Так. Да, Ринкун. Это наша последняя ночь вместе. Стоит ли мне все закончить так? Нет, я не могу. Ну, тут дали, да. Ну, выбор. С кем деремся? С кем? Ну, батю надо завалить. И, собственно, самое главное, черного Ишмеля. И какого-то. Так, ладно, последний билет. Последний билет. Ту-ту-ту-ту-ту. Погнали. Батю. Ну да, который. Пойдем сюда, наверное. С кем бы в замок? С Юной пойду. Потом у меня же есть сейв, если что, можно будет загрузиться. Так что, ну, никаких проблем особых не будет. Так, ладно. Так, добро пожаловать, собственно, в зеркальный замок. Окей. Окей, да. А, ну и тут нельзя. Алиса, Сара, Лиз. С Алисой нет сердечка, ура. Селин и Кроу. Замок надо с принцессой. Нету принцессы, вот в этом и проблема. Тоже. Ну, тогда я даже не знаю. Ну, ладно. Кроу. Да, конечно. Ладно. Сестру возьми. Так, короче, связались. Блин, тут с Селин тоже стоило прийти. Это зеркальный замок. Я слышала много об этом месте, у него репутация довольно большая. Ну да. У меня такое чувство, как будто я потерялся тут в другом мире. Ну, по словам, собственно, Стафу Санала, впереди должна быть там комната еще.
предсказания. Ну что ж, давай начнем. Блин, все-таки классно тут. Реально сделали. Так, таким образом, собственно, Рин дошли до места, где они решили немного передохнуть. А мы не идем сразу? Просто с Юной, когда мы тут были, да, и компашкой, тут нечто другое было. Хотя по этому месту действительно чувствуешь как-то, не знаю, как сказать, как будто ты по пушинке ходишь. И, как я поняла, в конце последняя остановка, там будет что-то с предсказаниями, с гаданиями, там гадалка. Верно. Я немного, если честно, беспокоюсь. Кто там может быть? Неужели это она? Хотя, я думаю, было бы неплохой идеей пытаться спросить ее о завтрашнем дне. Брат. Ну, просто попытай, просто так, ради эксперимента, ради. Попробуем. Что скажешь? Ну да. Ну, я бы хотела бы... Я ждала Маринку. Хи-хи-хи. Добро пожаловать в комнату предсказаний. Ренкун, ты пришел? Хочешь, чтобы я предсказала тебе? Значит, в этом месте вы работаете, да? Точнее, ты работаешь. Ну да, действительно, я что-то слышал об этом. Ну, в любом случае, мы сегодня пришли как гости, так что я полагаюсь на тебя, Берил. Тогда положись на меня. Ну что ж,
Для начала скажите мне, что вы хотите, чтобы я вам предсказала? Что-то подобное. Понятно, Рин-кун. Насчет твоего завтрашнего дня. А ты, сестра его, что ты хочешь, чтобы я тебе предсказала? Ой, господи. Действительно, давненько я тебя, Берил, не видел. Прямо ты такая. Как всегда. Так, давайте сосредоточимся и начнем. Сперва ты, Рин. Над тобой как будто лежит темная тучка, что окутывает все твое будущее. Ну да. В зависимости от завтрашнего исхода. Однако это не означает, что я не могу прорваться через эти тучи и ничего не увидеть. Однако насчет завтрашнего, или в зависимости от завтрашнего исхода, добиться своей цели, прорваться через эту тьму, ты сможешь благодаря товарищам, поддержке товарищей, благодаря узам, что ты сделал с ними. Однако сколько их? Что? Сколько их? Мне очень жаль, но, к сожалению, не могу сказать тебе подробнее. Однако я вижу, что завтрашний день может удастся. Все зависит от твоих усилий. Короче, все очень довольно таинственно и ни хрена непонятно. Ну, что-то я ничего не понял, если честно. Но ладно, спасибо в любом случае. Завтрашний день. Завтра придется поработать.
Поэтому, да, действительно стоит хорошенько отдохнуть перед этим вызовом и сегодня провести вечер этот с близкими. И самое важное, сестра его. Твоих важных и друзей ждет очень много трудностей и несгодов впереди. Несмотря на то, как завтра все может закончиться, на твои плечи может взвалиться большое бремя, большой багаж. Однако твоя поддержка им может сильно помочь. Принцесса. Ну да, учитывая обстоятельства, даже если мы завтра сможем все преодолеть, ну да, потом будет свои проблемы. Все хорошо. Что бы ни случилось, я продолжу поддерживать принцессу до конца. Принцесса, мой дорогой друг. И я единственная, с кем она может разделить свои печали. Трудной для нее ситуации я должна иметь способность улыбнуться, как она тоже делает для меня. Элиза, принцесса Алфина, действительно стала тебе очень близка. Я прямо завидую, насколько. Я как брат, да и как человек империи, не особо есть чем гордиться, в отличие от тебя. Однако сперва-наперво нужно разобраться завтра с тем, что нам нужно преодолеть. Да, и я постараюсь поддержать. Я желаю вам удачи в предстоящем. И давайте еще встретимся вновь. Так, а потом, короче, Рин со смешанными чувствами после того, как встретились с предсказательницей, ушли. Так, и, собственно, возвращаясь, они думали о том, чтобы разделиться. Ничего себе, тут довольно большой ивент, на удивление. Позолоти ручку. Так, ну все, а теперь... Ни-сама. Я... Ни-сама, но имото де... Йокатта дес. Брат. Я... Как сестра... С тобой, брат, действительно. Мне действительно очень хорошо, я хорошо провела время. Элис. Астани вас сенсонга хажимари. Секай на донару каму вакаранай. Завтра война начнется. И я не знаю, каким может будет мир после этого. И что случится с тобой, брат мой?
不思議なほど怖さはないんです。私もカレイジャス2に乗りますし。Однако, однако это не, однако во мне нету чувства страха, хоть это, наверное, странно. Но, скорее всего, это из-за того, что я где-то рядом с тобой буду на Courageous 2. Наши сердца связаны, как брата и сестры. И я действительно воспринимаю тебя как моего старшего брата, но не только. Ну да. Я действительно был рад, что смог быть твоим братом, Элис. Я должен поблагодарить еще отца с матерью. В частности, маму Люсии. Завтра я постараюсь изо всех сил преодолеть этот вызов, как сын нашего отца и нашей матери. И после этого мы сможем с ними двумя снова встретиться. Да, брат. И я хочу кое-что тебе сказать, скажем так. Однако, брат, ты не мог бы мне уделить немного времени сегодня ночью, если бы можешь? А? Ну, я как бы не против. Ну, короче. Нет, я не имею в виду сейчас, а вообще после праздника. Если у тебя, брат мой, нету никаких встреч, я бы хотел, чтобы ты провел ночь со мной. А? Свяжись со мной по Аркусу 2, если что. Я буду ждать. Чувство, Элис. Она мне их высказала. Я должен подумать, как хочу ответить на них. Ну а чё? Ну да. Какая тут все как бы, ну, далеко зашло. Ну все. Так, блин, это VM еще поиграть.
Можно мне ивент уже с Кассиусом? Так, окей. Ну. Стоп, секунду. Надо сохраниться. На всякий случай. Потому что, мне кажется, мы потом будем загружать этот сейв, и я покажу других персонажей, с которыми мы, собственно, провели только что. Вот эти мгновения, если вы захотите их увидеть. Ну, как минимум, Алтину я знаю, что вы хотите уже. И остальных уже посмотрим, все от вас зависит. Так. Разговор будет идти ни о чем ином, кроме как письме учителя Йена, Юна. Да. Это то, которое вы получили во время ваших путешествий. Лонгли. Да, через Лонгли. Какие-то китайцы. Скорее всего, это письмо пришло ко мне из-за того, что ты был в заключении, а Юмир сейчас заблокирован полностью. Кстати, похоже, что разведотдел имперской армии достиг места, где остановился сейчас учитель. Что? То есть это значит, что учитель... Не, не может быть. Ну, он смог от них, собственно, убежать. Однако ему нужно было быть всегда на чеку некоторое время. Ничего себе. Ну, несмотря на то, что это разведотдел, кажется, это совершенно другая его часть, не которым заведует майор Лектор. Ничего себе. Это иностранное секретное военное агентство, известное своими деятельностями по всему континенту. Я слышал об этом бюро от Алтины. Ну, насчет того, что мастер хотел сказать тогда. Ну, как ты знаешь, стиль восьми лепестков. Это... Так, касательно основных ранних этапов, и ты все знаешь, и основных форм, которые нужно выучивать, и потом касательно более детальных и сложных последних. По идее, когда ученик покидает своего учителя, по идее, он должен дойти до конца пути этого боевого искусства и дойти до секретной формы. И это время наконец-то сейчас пришло и для тебя. Да ну. Вы что, будете заменять учителя? Да. Как представитель учителя Юна. Я буду наблюдать и сделаю выводы, сможешь ли ты достичь секретной формы. Это не займет много времени. Так что составишь мне компанию? Похоже, новый S-Craft мы сейчас еще откроем. Для Рина. Стоп, а при чем тут песик? Вы что песика кинули? Что случилось? А, тут и, блин.
В моем чате просто отображается этот смайлик как песик почему-то. А, ну все понятно. А сейчас я передам тебе слова, что написал мне в своем письме учитель. Рин, ты сейчас в ужасной ситуации, как я понимаю. Зная тебя, я уверен, что ты сможешь преодолеть это и бороться, и идти вперед. Мне нужно было избежать Эмира, чтобы любопытные глаза этого не прочли. Поэтому я передал письмо Кассиасу. Потому что я подумал, что в этих тяжелых временах вероятность того, что вы встретитесь, довольно высока. Завхоз, да, наливай. А теперь пришло время, чтобы ты достиг. К этому времени ты достиг среднего ранга и накопил достаточно много, скажем так, навыков в отточении своих форм. Поскольку ты едва ли в состоянии контролировать силу демона, я подумал, что ты готов для того, чтобы приобрести новый уровень в этом стиле. Все, что осталось, это убедиться и доказать это. Ты должен попытаться взять удар какой-то на себя. С помощью него, наверное, ты сможешь выучить этот навык. Тут довольно сложные вещи какие-то. Видно, некоторые из китайского именно названия идут. Я не могу их читать на китайском. Это то, что передал учитель. Но что он имел в виду, когда сказал, ну вот это дело? Украсть удар у себя, или как-то так это переводится. Ну, это не совсем то же самое, но 2 месяца назад тебе удалось стать свидетелем нечто подобного с господином Виктором. Между директором и господином Арсейдом. Лишь один удар. Однако нам нужно было очень много боевого духа собрать. Таким образом, она подтвердила то, что достигла установленных высот, которые ее меч должен был. В каком-то смысле я как будто смотрел в зеркало.
ее тайминги тоже были идеально и совершенно, как у меня. Понятно. Вы это я, а я это ты. Точнее, ты это я, а я это ты. Или как-то так, да? Ну, раз ты понял, то все пройдет гладко. Тут очень сложная философия искусства меча, которую, ну, сложно переводить. Не разбираясь хорошо в этом, наверное. Этот меч. Мне казалось, что вы больше не носите меч. Именно. Я действительно отказался от него. Это меч, позаимственный у моего бывшего подчиненного. Ну, по крайней мере, он один из тех, кто следовал по пути восьми лепестков. Хоть он не был прямым учеником учителя. Но, возможно, его таланты были лучше, чем мои. Даже. Понятно. Бывший полковник королевской армии. Говорили, что после его ареста за государственный переворот он был помилован и основал исследовательскую гражданскую компанию. И сейчас я стану самим собой. И, скорее всего, это будет ваша истинная натура, форма, которую ты боишься больше всего. Я уверен, что ты можешь себе представить, что это после сказанного. Да? Однако, я понимаю, это то, чего я сам хочу. Я полагаюсь на вас, господин Кассиас Брайт. Хороший дух, Риншварц. Виктор Арсейд смиренно просит стать свидетелем этого. これより 八王一刀流 奥義伝承の試しを取り行う. А теперь будет проведено испытание для передачи Оги. Восьми лепестков. Первого стиля клинка. Наренуннава. И имя его. А, понятно. Риншварц. Стиль восьми лепестков. Стиля первого клинка. Средний ранг. Нарену мутометару катава. Как форма, которую ты ищешь. Седьмая форма, пустота. Откуда? Все сущее поражается, постигает, выходит. Ты это я, а я это ты. Я это ты, а ты это я. Нанджи. Кенно-сикио-ни-итаран-га-таме. Мизкара-о-муто-сэ-симэн-ка. Ты, чтобы достичь вершины меча,
Ты превратишь себя в ничего. Нет. Я существую с вами. Я существую с ними. Я существую вместе со Вселенной. Воистину, меч чистого разума я ищу. Меч начала, ведущего к разуму. Писец. Это очень сложно. В таком случае покажи доказательства. Проблеск, достижимый тобою целью. Преодолевая самого себя. А теперь давайте начнем. Испытание, дабы достичь божественного лезвия, вершина восьми лепестков. Блин, а у него ХП восстанавливается. Блин, он повторяет мои же навыки один за, как бы, вроде бы один за другим. Так, использовать крафт. Класс. Охрененный. Ну и скрафт, конечно. Ну, за вхоз, так мы седьмой удар, пустота. И выучиваем. А не восьмой.
Превосходно. Бой окончен. Победитель Риншварцер. Ну, похоже, ты достиг своей цели. Все, благодаря вам, господин. Все, чему учил меня учитель в прошлом. Наконец-то я смог это взять в себе своей собственной кровью, плотью. Это была передача Оги Восьми Лепестков. Все происходит изнутри самого себя. Да. Теперь прими это. Это было поручено мне, учителем, вместе с письмом. Риншварцер. Ты награждаешься ранком экзотерика восьми лепестков, стиля восьми лепестков первого клинка. Отныне ты будешь носить имя божественного клинка. Также ты волен брать своих учеников отныне. А? Я с благодарностью это принимаю. Хотя, возможно, имя божественный клинок для меня слишком будет. Этот путь, через который мы с Айрусом тоже прошли. И ты являешься последним прямым учеником учителя еще. Ты должен принять это по-своему. Вес этого титула предоставлен тебе. Да. Быть свидетелем такого благоприятного момента – большая честь. И они тоже, наверное. Э? Передача Оги. Поздравляю. Я едва ли что-то поняла, но это действительно удивительный навык. Красивый, как поток. Сильный, мощный клинок. Да, прямо захватывает дух. Ты наконец-то этого достиг. Это воистину трогательный момент. Ребят, когда это вы все? Похоже, ты был сильно поглощен этим делом сейчас. Обычно он сразу заметил бы наше присутствие. Значит, я действительно был полностью сосредоточен лишь на цели. Да. Спасибо, это все благодаря вам, ребят. Я также должен поблагодарить вас всех за все, что вы сделали для меня, чтобы я оказался здесь. Поздравляю, Ринку. Какой трогательный момент, и?
В любом случае, пепельный. Сегодня только что было рождение божественного клинка Шварца. Как и божественное лезвие ветра или клинка. Как насчет того, чтобы присоединить это дополнение к своему имени? Да не думаю, что это могу. Не нужно сдерживаться, правда. Ну, поскольку это Рин, думаю, что божественное лезвие пепла будет лучше. Ой, да ладно, божественное лезвие вспышки тоже хорошо подойдет. А может быть, божественное лезвие рассвета? В смысле, несущее свет, типа. Седьмая форма пустота, верно? Тогда как насчет божественного клинка Зеро? О, а вот это неплохо. Да ни одно из этих имен плохо не звучит. Весь пафос, ну да, как бы сразу. Похоже, как-то кто-то смог пойти вперед. Да, все что угодно сойдет. Арин останется Арином в конце концов навсегда. Да, верно. Поздравляю, брат. Ну что ж, вот и все. Так. Ну блин, момент классный. Жаль, что я не смог вам передать всю стопроцентность именно слов красоты. Ну блин, реально очень сложно это такое дело переводить. Я думаю, вы можете понять, учитывая, что это делается. Но общий смысл, я думаю, вы поняли. Ну это как бы пафос. Клинка типичного, плюс-минус. Но по-своему было это довольно красиво. И действительно, прямо прочувствовал, скажем так, весь этот S-крафт, что мы получили. Думаю, сейчас стоит сохраняться во многих слотах. Так, а что мне делать дальше? Ничего не происходит пока что. В Мишлеме, да. Да. Сейчас 9 вечера. МВЛ будет закрываться в 10:30. В 10 вечера будет запускаться в небо эти фонари. Поэтому, пожалуйста, зайдите посмотреть. Ну, точно, фонари будут запускаться у берега озера. Похоже, что большая куча будет выпущена вместе в это ночное небо сегодняшнее. Ну, неудивительно. От самого популярного тематического парка на континенте. Так, ладно, я изучил это Оги. И все билеты потратил. Так, вспоминая, что нас завтра ждет, было бы неплохо передохнуть и закончить этот вечер. Так, L2. Так, основной сюжет продолжится дальше, если... Да, вы проведете какой-то особый ивент с одним из персонажей, которому вы дали обещание. Понятно. Ну что ж, ребят, тогда пришло время, да? Да. Ну тогда давайте маленький перерывчик и погнали. Погнали.